Седьмой серии сериала «Пять минут тишины, новые горизонты». Парень и девушка тайком пробираются на территории завода, чтобы прыгнуть с высокой трубы. Ржавая лестница под ними ломается, и назад пути нет, только прыгать. Девушка стартует неудачно, ударяется о трубу и повисает без сознания, а парень, который собрался прыгать впервые, остается на верхушке трубы, совершенно беспомощный. Тем временем в трамвайном депо рабочий не успевает вытащить руку из-под вагона и ее придавливает. Он рискует погибнуть от потери крови, а домкрат неисправен. Посмотреть очередную серию вы сможете 6 мая.